У ефірі програма «Новин регіону» у студії Олена Мілющенкова. Вітаю вас сьогодні у випуску. Дні Могилевської області розпочалися на ВДНХ у Москві. Профсоюзу Могилевщини завершили вилучення делегатів на усібілоруський народний сход. Міжнародний дитячий фестиваль кіно і телебачення «Реха» фестивалю «Кіносвіт» пройшов на весенніх канікулах у Могилеві. Про гэта не только и далее в программе. Дні Могилевской области розпочалися на ВДНХ у Москве. До 22 красавіка у павильоне Республика Беларусь запрацювала тематична експозиція «Могилевщина. Героїчне минуле і славне будучення». У приватності там будуть проходити презентації, вистави, присвячені творчому, туристичному і промисловому потенціалу Могилевщини. Мета тематичної експозиції «Могилевщина. Героїчне минуле і славне будучення» на ВДНХ у павільйоні Республіка Білорусь – активізувати інтерес до туристичного, культурного, промислового потенціалу Могилевської області. Ми вирішили зробити упор на промислову кооперацію, на міжрегіональне співробітництво, на совместні білорусько-російські проекти. І сьогодні тут, в павільйоні, ми можемо бачити ведучу продукцію могилевських підприємств, таких як «Могилевтліфтмаш». В центральной части павильона располагается прекрасный лифт, который уже в первый день экспозиции полюбился всем гостям нашего павильона и столицы города Москвы. Здесь у нас представлена продукция и ознакомительная информация о совместном предприятии «Омскарбон». Наш павильон на ВДНХ все-таки это презентация туристического и культурного потенциала, поскольку основной контингент он интересуется туризмом, выездным туризмом в Белоруссии. Особенно в год 80-летия освобождения Белоруссии эта история патриотические маршруты, это оздоровительный туризм. Очень приятно, что сегодня в павильоне у нас представлен макет дворцово-паркового ансамбля в Жиличах, который не так давно был отреставрирован. Здесь мы презентуем наш ежегодный фестиваль «Александрия собирает друзей», который в июле примет гостей СНГ и гостей Беларуси. Здесь мы презентуем малую родину президента. Скорее, вот эти вот опоры, они являются основополагающими для обычных граждан ВДНХ, для туристов, которые приезжают познакомиться с потенциалом Беларуси. У СЕЗ Могилев зарегистрировали одразу три новые компании, а это новые инвестиции и новое працовное место. У свободной экономичной зоне Могилев 45 резидентов, которые реализуют проекты на агульную сумму 670 миллионов евро. А зараз семья резидентов СЭС пополнилась тремя новыми компаниями. А это новые виды продукции, новые вытворчести. Эти компании дадут перспективу реализации своих проектов дополнительно в Могилевской области более 360 рабочих мест и более 11,5 миллионов евро инвестиций. Так, компания МКРМ «Запад», учитывая свою технологию и свои высокопрочные стали, начнут производить новую грузовую технику на базе существующих комплектующих из Республики Беларусь. Компания «Белания» создаст производство нового вида упаковки полимерной, а компания «Экстралайн» — это тоже новый вид, помимо существующей продукции, которую они производят, это будет новый вид упаковки для продуктов питания. У СЭС Могилев удокладнили, два резидента будут арендовать існуючие площади на предприемствах «Магатекс» и «Химволокно», а одна компания приходит на новый для будовництва участок по Шкловскому накерунку у Могилеве. Татьяна Сергейчик, Александр Тарасов, «Новини региона». Профсоюзы Могилевской области завершили вылучение делегатов на усебелорусский народный сход. На протягу тыдня прошли пленумы Совета областных объединений. С каждого региона пропоновали по 10 делегатов. Профсоюзы – это буйное громадское объединение у Беларуси. У Могилевской области больше за 3000 первичек, а у их 338 тысяч человек. Большая колькость населения занятая у экономицы. Это очень большая, высокая ответственность. Мы должны понимать, что это такое. И за какие заслуги? Ну, считаю, что в первую очередь это заслуги на работе. Мы выполняем очень большой объем работы и разновидный, разноцельный объем, который связан не только с производством основным, но и также, допустим, являясь председателем комиссии по работе с молодежью, плюс выступаем на республиканских областных турнирах. Проделана огромная работа по определению кандидатов, которые будут представлять интересы профсоюза Могилевщины. Критерий у нас был один – даже сказать два критерия. Прежде всего, это любовь к своей родине. Он должен быть настоящим патриотом Республики Беларусь.
стремление сохранить мир и стабильность в нашем обществе и, естественно, что внести достойный вклад в развитие нашей Родины. Серед тих, кого вилучили від профсоюзу у делегати Всебелоруського народного сходу, лідери профсоюзного руху, заслужені працівники і молоді спеціалісти, які своєю працею сприяють розвитку держави. Тетяна Сергійчик, Олександр Тарасов, новини регіону. Предприємство «БІЛЕМСА» – переможця споборництва по соціально-економічному розвитку Могилевського району за минулий год. Їх вироби санітарно-гігієнічного призначення реалізуються і на експорт. Літось він склав більш за 85%. Установлена на предприемстве новая линия по вытворчести подгузников для дорослых. И она стала 11-й по лику. Не спыняться на досягнутым – соправный девиз этого предприемства. Тому каждый год БЛМС повеличивает объемы продукции, а разом с ими и выручку. Так, например, новая линия так само принесла предприемству новые махчимости. Колькость выпускаемой продукции у день повеличилась больше, чем на 300 тысяч штук. Наша автоматизированная линия стала выпускать в два раза больше продукции, качественной продукции. Продукция проходит каждый раз исследования лабораторные. Хуткость настолько великая, что за хвилину одна линия вырабляет прикладно 300 подгузников. За месяц огульная колькость складая около 20 миллионов подгузников для детей и столько же для дорослых. Якость продукции оценивают у лаборатории. Мы на детских подгузниках проводим полное влагопоглощение, обратную сорбцию, время впитывания, замеряем линейные размеры, чтобы все показатели соответствовали техническим условиям. Летось инвестиции на предприемстве склали больше за 18 миллионов рублей, что отбилось на экономичных выниках. Экспорт продукции узрос больше, чем удвоя и склал амаль 70 миллионов долларов. 2024 год – это год качества. Естественно, качеству уделяется особое внимание. Наша продукция постоянно контролируется с помощью технических средств. У нас есть оснащенная лаборатория, постоянный контроль на линии. И в этом году мы внедряем систему «Честный знак». Это система маркировки продукции, которая позволяет проследить весь ее путь от производства до конечной реализации. У перспективе на гэты и наступный год плануется поширить линейку выпускаемой продукции. У тым ліку за кошт уводу яшчэ нескольких линий. По вытворчасці сродкаў дарослай и жаночай гигиены, а так само одноразовых пялёнак для детей. Юлияна Уласова, Юрий Уласов, новини региона. 8 миллионов рублей выдаткована в области на добраупорядкование дитячих пляцовок. Это больше минулогоднего. Все лето планируют больше уваги надавать обновлению дворов. Причем, по словам коммунальников, это будет комплексный подход с ремонтом лестниц, пешеходных дорожек, гульнявого обсталявания и мясовых проездов. Гэта один з двароў Магілёва. Мікразону утвараюць некалькі дамоў па адрасе Непакорных 37-38. Хутка на месцы старых футбольных варот, горак і арэляў з'явіцца сучасная дзіцячая пляцоўка. Часта выходзіце паіграць во двор? Да, довольно часта, почти каждый день. Любім іграць в футбол. И детей побольше будет выходить на улицу, ну, потому что, как бы, конечно, когда площадка старая, но менее хочется гулять. Микрорайоны новой жилой забудовы одразу проектуются с сучасными дитячими пляцовками. Там уже выкористовывают новые стандарты у тымлику и деля безпеки. Каб остатние дворы не отставали у комфорте, их так само имкнутся ремонтовать. Специальная комиссия оценивает гульнявое обсталявание на явность спортивных объектов. Одним из больших пожеланий родителей – это была установка спортивного оборудования, чтобы дети их занимались, вели здоровый образ жизни. Все лето доброе упорядкование дворов рекомендовано проводить комплексное. Это не только пофарбовать арели и поставить новую горку. Волейбольные, баскетбольные и футбольные пляцовки, лауки, дорожки, кветники и навод проезды будут створать комфортную городскую инфраструктуру. В городе Могилеве будет такая обширная программа, которая будет направлена на комплексное благоустройство дворовых территорий. На это нацелены и будут направлены суммы бюджетных средств, которые значительно даже больше, чем в прошлом году. Этих площадок будет порядка 16, по 8 площадок в каждом районе.
Они будут, ну, я уже повторюсь, что будет направлено именно на комплекс жилых домов, чтобы задействовать не один дом, как дворовую территорию, а несколько. От жильцов, у свою чергу, улады чекают бережливых относинов и жадания поотрымливать парадок у своим дворы. Бо добраупорядкование – это еще махчимость популяризовать здоровый лад життя и культуру у громадстве. Катерина Городницкая, Леонид Сикорин, новини региона. Представники улады ГАР и райвыконкому Могилёшина традиционно выходят на совесть с жыхарами в области по субботах. 30 соковика так само можно будет выказать свои зауваги и пропановы с 9 до 12 годин. Так, например, у субботу у Могилёвским гарвыконкаме ваше телефонование будет принимать Алексей Братского, керовник справами гарвыконкама. Номер телефона для совести у Могилёве 42-21-02. А у Бобруйским гарвыконкаме на питание и за уваги будет отказывать старшиня гарвыконкама Игорь Кисель. До его можно потелефоновать по номеру 68-00-18 у Бобруйску. Так само номеры телефонов своих райвыконкамов и инших подразделений можно доведаться на их информационных ресурсах. У дні вясновых канікул у Могилёве упершыню прайшоў проект по выніках міжнароднага дзіцячага фестывалю кіно і тэлебачання «Кіносвет». Школьнікам показалі 15 кароткаметражных фільмаў і мультфільмаў, створаных як професійнымі аўтарамі, так і дзецьмі. Міжнародный дитячий фестиваль кино и телебачення «Кіносвет» – это простора, якая існує уже 8 годов. Яна об'єднує людей разных країн, культур и веровызнанняў. Об'єднує, каб створить совместное кино, якое будет менять наш свет до лепшего, робить его больше светлым и добрым. И робить это кино дети для детей. За час основания фестиваль «Кіносвет» полюбился глядачам и стал значной подеей у культурном житті. Эхо-фестиваль – это когда мы собираем лучшие фильмы за все предыдущие годы и приезжаем в город для того, чтобы ребята, зрители могли соприкоснуться с хорошими, добрыми, духовно-нравственными работами. До речи, Могилёв стал первым городом проведения проекта «Рэха-фестивалю», але уже поспел сподобаться нашим маленьким глядачам. Главная фишка мероприемства – обмеркование короткометражных фильмов переможцев фестивалю «Кіносвет». Дети становятся саправдными экспертами, разважают про высокородность, великодушность и про то, как наша творчесть может поуплывать на этот свет. Ребята, вот вы лично можете что-то хорошее сделать для этого мира? Мне понравилось сегодня в фестивале этот мультик, который только что показывали. А скажи, что ты поняла из этого мультика? То, что мама всегда поможет и придет на помощь всегда, даже если ты взрослый. Что надо делать добро, и оно тебе вернется. Идейным натхняльником и створальником фестивалю является кинорежиссер, продюсер, сценарист и педагог Наталья Морозова. Я начала мечтать о фестивале еще в детстве, потому что с 13 лет я снимала фильмы и ездила сама в разные страны, на разные фестивали и мечтала создать свой детский фестиваль. И когда вышла замуж, нас стало двое режиссеров, мы стали мечтать, что сделаем этот фестиваль вместе. Потом появилась огромная команда, и теперь мы думаем, что, вернее, даже не думаем, мечтаем, наверное, чтобы в разных городах Беларуси этот фестиваль шел. Зараз открыт прием заявок на 8-й международный дитячий фестиваль кино и телебачення «Кіносвет». Удельником и режиссером может стать кожное дитя. И, махчима, у наступном годе у рамках «Рэха-фестивалю» на великом экране покажут миновито вашу працу. Алина Бабарикова, Виталь Вопсіў, новини региона. 30 соковика по всем свете пройдет акция «Година земли». Могилёшина так само до ее долучится. По задумце у 20 годин 30 хвилин ровно на годину. Усе небояковые до нашей земли, природы и климату отключат светло и электроприборы. Треба разуметь, что мета акции не просто сэкономить электричность. Своими деяниями можно продемонстрировать бережливые отношения до природы. Таким чином организаторы мероприемства притягивают увагу до необходимости отказных отношений до природы. До речи, за годы існування акции в мероприемстве, что год удельничают больше за 2 миллиарда человек, тысячи предприемств, амаль 200 краин. Нагадаем, это абсолютно доброохотная акция, тому люди сами могут вырешать, насколько они плануют и смогут выключить светло. И про надворье у субботу чекается воблачно с прояснениями, переважно без опадков. Ветер слабый, уночи +2, +7 градусов, у день +15, +20.
Надворье на Могилёвщине будет формировать в область повышенного атмосферного тиску. Сам же тиск будет переважно расти. У неделю, по словам синоптиков, ожидается совсем тепло. Днём и слупок термометра будет вагаться от 18 до 23 градусов со знаком плюс. То же самое, але уже с дождем прогнозуется в понеделок. У вторника по прогнозе добавится порывистый ветер до 15-20 метров за секунду. Актуальные новости в области на нашем сайте и в телеграм-канале «Беларусь 4 Могилёв». Долучайтесь. А так само глядите нас у социальных сетках. Я на этом с вами развитываюсь. Бережите себе. До встречи.